Ну и пока власти принимают меры поддержки для бизнеса, сами предприниматели уже помогают тем, кто сегодня не в состоянии обеспечить себя самым необходимым. Тюменская компания из сферы бытовых услуг из собственных запасов доставляет антисептик пожилым и малообеспеченным жителям областного центра. Также волонтеры от бизнеса за свой счет приобретают продуктовые наборы для тюменцев. Доставки продуктов. Нам поступают заявки с трех различных учреждений, скажем так. Это центр помощи «Семья», или как-то вот так он называется, «Семья». Это многодетные семьи, то есть это неполные семьи, малоимущие семьи. То есть оттуда приходят заявки. Также это геронтологический центр и это штаб добровольческого движения. Но предприниматель из ямальского поселка Ханымей печет хлеб специально для пожилых односельчан. Также угощают им и многодетные семьи. Тимур Мелибоев в бизнес пришел полгода назад, до этого 10 лет трудился грузчиком. Говорит, что спрос на бесплатный хлеб с каждым днем увеличивается. Неделю назад он выпекал 10 подарочных буханок, сегодня уже 50. И готов увеличить до сотни. Важно, что бизнес-волонтеры при доставке также соблюдают санитарные правила.